Перейдем к новостям региона. В минувшие выходные в областном центре прошла ярмарка фермеров из Заисанского района. Товаропроизводители сельскохозяйственных продуктов представили усть-каменогорцам мясо, овощи по ценам на 10-15% ниже рыночных. Предприниматели Заисанского района на прилавках представили 5000 килограмм сельскохозяйственной продукции, в том числе 3500 килограмм говядины, 1000 килограмм конины, 500 килограмм баранины и 500 килограмм продуктов для изготовления национальных блюд. Также на ярмарке реализовали картофель, лук, морковь и капусту. Предприниматели, которые занимаются выращиванием редкой в Восточно-Казахстанской области сельскохозяйственной культуры проса, а также переработкой пшенной крупы и производством различной продукции, представили свои продукты. Новый вид продукции «Талкан» выходит под маркой «Батарбала». Из-за того только название понятно, что новинка предназначена для детворы. Данные продукты реализуются на экспорт в Китай, а также распространяются по всему Казахстану и являются гордостью района. Перед началом продаж мясную продукцию проверяют специалисты санитарного контроля. Потом на продукт ставят печать качества. Предприниматели с большой ответственностью готовятся к ярмарке, отбирая все самое лучшее и качественное. На ярмарку приехали все сельхозпроизводители из 9 сельских округов. Привезли то, что выращивали сами и делали своими руками. Тут курд, творог, полезные для здоровья, жент, мясо. Все это привезли для вас. Помимо натуральной продукции, хозяева ярмарки устроили для посетителей концерт с участием талантливых артистов района, которые согревали усть-каменогорцев своими песнями в этот холодный день. Для того, чтобы подарить хорошее настроение посетителям ярмарки, мы привезли наших артистов. Надеюсь, что гости вместе с продуктами заберут с собой приятные впечатления от нашего концерта. Ярмарка прошла на славу. Горожане купили сельскохозяйственную продукцию по выгодным ценам, а товаропроизводители реализовали свои продукты. Лейла Слямбекова, Асхат Ордыбаев, Алтай Ахпарат.